В Москве сегодня вспоминали жертв теракта в театральном центре на Дубровке. В октябре 2002 года боевики захватили зрителей и артистов мюзикла «Норд-Ост». Около 1000 человек. Почти трое суток людей удерживали в заложниках. Когда переговоры не дали результата, начался штурм здания. Все террористы были уничтожены, погибли 130 заложников. Каждого сегодня назвали поименно. А начался траурный митинг с минуты молчания. Пришли те, кто сам пережил ужас тех дней и кто потерял близких. Москвичи принесли к зданию цветы, зажгли свечи. В небо выпустили 130 белых шаров.